Пока в Европе дрочут дипломаты, на станции метро на Маяковской ломились с работы ебанаты. Метрополитен будничной московской по эскалаторным крутым ступеням они летели вниз своим еблищем, и зубы их фонтаном вылетали. Горели трубы и срывало днище. Она была обычной ебанаткой, Зенита московского фанаткой. Работала в Ашане вышибалой, ей интеллект отяготил и бало. А он был ебанутым сисадмином, пузатеньким брюнетиком-блондином. На жопе кровавые мозоли, с чемпионатом мира по контре. На вход в вагоне в нереальном слеме он приглянулся ей в немецком шлеме. Супер коснулись а его яйца, соединились ихние сердца.